Возможно, все думали то, что реакции на кей-поп больше не будет. Не тут-то было. EXO Love Shot вышел ровно неделю назад. И вы меня просили посмотреть Love Shot. Вы меня просили посмотреть. Не я. Потому что я даже не знал, не узнал бы, что вышел Love Shot клип новый у EXO. Поэтому давайте не будем медлить. И погнали все вместе заценим. Так. Так, подождите, во-первых, потише. Во-вторых, вокал хорошо. Нет, громче хочу. Блин, послушайте, они очень интересно сделали, как бы сказать-то, планировку в театре. То есть, вы представляете? Стоп. О, господи, у него такой вокал хороший. Но почему у всех хей-поперов идеальный вокал? Нет, не скажу, что идеальный. Вот чисто по факту, согласитесь со мной, что идеального вокала просто не может быть. Есть только очень хороший вокал, есть плохой вокал, такой средний и так далее, но идеала никогда не бывает. То есть идеального вокала, ну, просто не бывает, ну, согласитесь. Это то же самое, что идеальный человек. Но не бывает идеального человека, как и вокала. Не бывает просто тупого человека. Прям, короче, ладно. Во-во-во, вот это очень прикольный кадр был. Охренеть. Блин, слушайте, а прикольно же. Прикольно выглядит-то. Как додумались до такой идеи? Если я не ошибаюсь, от них месяц не было клипов. Так, извините, что оборвал вас на припеве. Давайте еще разок. Мурашки идут. Love Shot. Shot это выстрел или нет? Любимый выстрел? Что-то вроде того, любовный выстрел. Не знаю как. О, господи, как он сейчас спел! Подождите. О, у меня вот у меня как у гусеницы сейчас кожа. Ох, господи, как он поет хорошо. Вот, чтоб вы понимали, насколько кей-поперы заморачиваются с клипами. Кстати, хороший этот стоп-кадр поймал. Вы только что увидели, как двигалась камера. Вот просто посмотрите, как она движется здесь. Вот не смотрите поверхностно на клипы, смотрите структуру клипов, как они создаются, как их снимают. Вот посмотрите, как это трудно происходит. Вы понимаете, в такт приближение, во-первых. Во-вторых, они очень круто, у них или продюсер, или кто вот, да, спродюсировали именно клип, то есть придумали концепцию клипа и какие там должны быть поприкушки. То есть вот это вот, когда вот в этом пистолете что-то водяное, это сделано очень интересно. То есть, ну, кто додумается до такого? Потом там были очень красивые рубиновые какие-то вещи. Это тоже красиво смотрелось. Очень прикольно сделали перчатку на два пальца именно. Типа для пистолета. Это очень круто смотрится.
심장이다 내 말을 다 갈라질 듯한 믿음의 난 너로 적셔 틈을 채워가 꺼질 듯한 내 맘에 불을 불잖아 Yeah It's the love shot Просто вот-вот Вот смотрите, как это приближение сделали. Ну вы видите? Вот посмотрите, как они подвигали сейчас руками. И именно как они двигали руками, приближали в этот момент. Поняли? Типа так, так и так. И в этот момент 4 раза приблизили и отдалили еще в это время. Это очень трудно сделать, чтобы вы понимали. Вот эта побрякушка, которую он, с которой сливал что-то, она очень прикольно выглядела. Очень. Ну, не прикольно, она очень гармонировала под клип, будем так говорить. По цвету и вообще, ну вот, вот додумайтесь, кто бы взял прозрачный куб, из которого можно вылить что-то красное, ну, какую-то красную жидкость. То есть это тоже нужно подумать. Ой-ой-ой, вот это было... Вот-вот-вот, даже вот этот рубинчик. Все? Ну давайте, ну давайте, ну скажите, что вам понравилось. Ну я надеюсь, что вам понравилось. Потому что я так давно в нормальном состоянии смотрел кей-поп. Потому что последний кей-поп, который шел 28 минут, я смотрел сонным. Да, сонным. И из-за этого меня обосрали с ног до головы. Ну правильно сделали, я сам виноват. Короче, ребята, что я могу сказать? По крайней мере... Мне понравился клип. Да блин, да мне все клипы кей-поперов нравятся. Чего вы удивлять? Вот, знаете, когда я буду досматривать в следующий раз какие-либо видосы из кей-попа, даже не спрашивайте мое мнение в конце, понравился или нет. Ясен хрен, что понравится. Именно можно сказать только, как они именно камеру круто двигали, как они хорошо гармонировали под клип своей одеждой, съемкой и при этом очень прикольными побрякушками и всякими вещами. Ну согласитесь, ну круто смотрится, ну замечательно, ну превосходно. Охренительно! Поэтому, ребята, если что, помогите мне добить 100 тысяч зрителей в Инстаграме. Не хочу вас звать просто подписчиками, я вас никогда не звал подписчиками, заметьте. Поэтому говорю зрителей. Помогите, я вас прошу. Кто не подписан, подпишитесь, там постоянно фотки пощу вам. Поэтому, если что, можете еще подписаться и в ВК, я там отвечаю в ЛС. То есть, привет, как дела, что делаешь, я не отвечаю. И всем спасибо за просмотр, и до новых видео, ребята. Да!